Патрик Морен представляет. Паскаль Лежитимус. Мартин Ложье. Карин Минье. Лоран Сильвожель. И Винсент Ферньо в фильме «Клинический случай». Оператор Франсуа Рюмон. Композитор Кристоф Бутен. Режиссер Оливье Лабашер. Я вспоминал вчера о вас. Вчера вечером? Да, точно. Я долго разговаривал с коллегой, профессором из 5-го округа. Настоящий ас. 2-0 на своем поле. Надо признать, что арбитр им помог. Готов поспорить, что они не пройдут следующий тур. Ладно, надо спешить. Давайте посмотрим. Откройте. Внизу справа. Хорошо, спасибо. Посмотрим. 46-й. Да? Меня тревожит мезиодистальный корень. Хотя... Нет, именно мезиодистальный. Выглядит хорошо, но мне не нравится. Ладно. Меня тревожит только мезиодистальный. Сейчас им займемся, больно не будет. Так. Откройте побольше. Я ничего не вижу. Надо было включить. И что? Патриция, ваши перепады настроения никого не интересуют. Приготовьте анестезию, мне нужно вскрыть. Меня это бесит, но придется открыть. Спасибо. Что это? Мне нужно не для верхушечного корня, а для связок. Я что, должна угадывать? Я прошу не угадывать, а слушать. Я просил для связок. Вы сказали для анестезии. Для связок. Для анестезии. Поэтому я приготовила для корня. Когда вам нужно для связок, вы так и говорите «для связок». А мне что нужно? Для корня? Нет. Значит, дайте мне для связок. Так в чем проблема? Это несложно. Постарайтесь расслабиться. Патриция, либо вы будете выполнять свою работу, либо... Либо что? Ничего. Либо я уйду, так? Либо я уйду. Решил легко отделаться. Тебя это устраивает, верно? Откройте пошире. Я исчезла, отлично. Никаких следов, никаких усилий. Уехала, исчезла, как бородавка. Не бойтесь, я сделаю легкий укол. Больно не будет. Она мне мешает, значит, она уедет. Черт. Ее трусики, грязные занавески, все исчезнет. Вместе с ее старой кожей. Слушай, ты меня оставишь в покое? Легко. Очень легко. Все в порядке? Откройте. Да что такое? Давай плачь. Можешь реветь. Это поможет работе. А вы откройте пошире. Я же попросил, откройте, пожалуйста. Ладно, дай сюда. Черт знает что. Ты урод. Настоящий урод. А ты меня достала. О, нет, черт.
Браво, Патриция, спасибо. Можешь радоваться. Теперь придется выдирать. Откройте пошире, мне будет легче. Меня выворачивает, когда я тебя вижу. Как я могла ошибиться? Вот этого я не понимаю. Не понимаю. Не понимаешь? Не понимаю. Не финти. Ты все понимаешь, но не хочешь, чтобы я объяснил. Щипцы. Объясни. Щипцы, черт подери. Объясни. Щипцы. Хочешь, чтобы я сказал? Давай. Хочешь, чтобы сказал? Да. Я не голоден. Ты мне противен. Я не хочу есть, и точка. Не надо меня заставлять. Это мерзко. Так хорошо. Черт, не вылезает. Вот сволочь, не лезет. Я все скажу твоей жене. Вот тогда ты попляшешь. Если ты это сделаешь... Что, сдрейфил? Смирись, придется сменить привычки. Я тоже умею бить под дых, так что не доводи меня. Для этого нужно мужество. Не доводи меня. Испугался. Я испугался? Он боится, дрожит, как заячий хвост. Думаешь, я боюсь? Боишься. Я вывихнул ему нижнюю челюсть. Вывихнул нижнюю челюсть. Не может быть. Я вывихнул челюсть. Быстро компрессы. Ничего страшного, месье. Не волнуйтесь. Это не страшно, не страшно. Все устроится. Все будет чудесно. Не волнуйтесь. Кровь льет ручьем. Черт, компрессы, быстро. Твою мать. Он теряет сознание. Сколько пальцев? Сколько пальцев? Месье? 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 Не волнуйтесь, вы в больнице, все отлично. Вы потеряли сознание из-за перелома челюсти, а также из-за кровотечения, но это ерунда. Проблема в том, что у вас была легкая сердечная недостаточность, и мы с трудом реанимировали вас. Вообще-то это серьезно, но вы не волнуйтесь, мы вами займемся. Мы вас усыпим и вскроем грудь, чтобы сделать тройное коронарное шунтирование. Хорошо? Расслабьтесь. Николь, либо вы будете выполнять свою работу, либо... Либо что? Либо ничего. Либо я уйду, так, да? Либо я уйду. Решил легко отделаться. Я исчезла, отлично. Никаких следов, никаких усилий. Уехала, исчезла, как бородавка. Она мне мешала, и вот она исчезла. Продюсер Патрик Морен. Оператор Франсуа Рюмон. Композитор Кристоф Бутен. Режиссер Оливье Лобашер.